Заметка Ералаш. Сахалинская область, город Поронайск. Мы находимся в новом микрорайоне около ЦРБ, центральной больницы. Дом по улице 40 лет в ЛКСМ 13Б. В этом доме проживают зарегистрированных 18 семей. Сейчас мы посмотрим, подойдем к первому подъезду. Что висит и какие таблички висят на дверях. Я уже сказал ранее, что в этом доме проживает 18 семей. Значит, здесь должно на первом подъезде быть написано, что проживает с первой по девятую квартиру. Сейчас мы посмотрим. Здесь табличка указана с первую по двенадцатую. Вот так по-хамски сделано. Это сделало ЖКО, который курирует этот дом. Непонятно, где они набрали таких некрасивых табличек. Что, нельзя было заказать? Сделано по-уродски. Один болт меньше, другой больше, в дырках. Сейчас пойдем на другой подъезд. И вот мы находимся около второго подъезда. Подходим к двери. И что мы видим? Здесь табличка стоит второго подъезда с 13 по 24. Хотя здесь живут люди с 10 и по 18 квартиру. Табличка ужасно сделана. Как говорили сделать ЖКО, чтобы они рядом сделали сюда доску объявлений, чтобы на двери не вешали всяких хлам. И сделали такую табличку, что это первоклассник, может, лучше сделает. Заказать надо было где-то в управление ЖКХ и все других подъездов бегут сюда, смеются над такой писаниной. Ладно бы писанина и табличка, но здесь указывается с 13 по 24 квартиру. Хотя здесь должно написано быть с 10 по 18. Вот умора, в Ералаш точно. Да, этот микрорайон на отшибе находится. Вот пришлось в этот дом переехать, конечно. Красиво все, да, удобство. Но дом начал трескаться. Дорога железная около 70 метров. Хотя должна быть зеленая зона от дороги железнодорожной 250 метров. Потом такие дома только можно строить. Как он дальше покажет? Неизвестно. Но трещины присутствуют. Окна на балконе постоянно ручьем бегут окна. Ничего не сделать.